Всем привет, с вами Азбука от Семантики. Сегодня мы поговорим о том, что такое кросс-постинг. Кросс-постинг – это публикация анонсов на статьи ресурса с указанием ссылки. Размещается на блогах, форумах и других сайтах. Рассмотрим примеры жизни. Вы даете объявление о продаже услуг и нанимаете людей. Они размещают его одновременно на сайтах в интернете, в газетах, во дворе на доске объявлений и так далее. В объявлении содержится краткая информация о состоянии вещи на данный момент и контактные данные. Также работает и кросс-постинг. Вы размещаете краткую информацию о статье и ссылку на нее в соцсетях, на форумах, в специальных сайтах. Можно делать это вручную или использовать специальные программы. Меньше спама. Публикуйте посты по теме. В каждой соцсети есть ограничения на количество постов. Внимательно ознакомьтесь с ними. В кросс-постинге не размещайте статьи полностью, чтобы не дублировать контент. Поисковики посчитают контент копипастой, и сайт попадет под фильтры. Оставляйте анонс, краткое содержание и ссылку на полную статью. Читатель сам перейдет на понравившийся материал. Не размещайте полный текст статьи в ленты RSS. Так ваши статьи будут меньше воровать. Обратная связь. Следите за публикуемым контентом и обращайтесь к посетителям. Адаптируйте контент под формат соцсети. Что подходит для одной, может не подходить к другой. Например, Facebook следит за уникальностью и посты с сервисом кросс-постинга выдает в ленту пользователям реже. Увеличение целевого трафика. Заинтересованные посетители переходят по ссылке, чтобы ознакомиться с полной статьей. Полезно на начальном этапе развития сайта, когда из поисковых систем поступает небольшое количество трафика. Если контент уникальный и полезный для посетителей, то формируется постоянная аудитория сайта. Увеличение ссылочной массы. Сайт получает входящие ссылки с анкором, которые продвигают контент-ресурс. И повышается траст. Часто низкочастотные запросы попадают на верхние позиции поисковых систем за счет кросс-постинга. Повышение популярности ресурса. Преимущества. Это защита контента от воровства, увеличение тиц и ускорение индексации страниц, а также продвижение по поисковым запросам бесплатно. Недостатки. Неэффективное соотношение результата и потраченного времени, которое кроме публикации анонсов на статьи включает в себя поиск сайтов для размещения, настройку профилей, поисковые системы накладывают фильтр и понижение в рейтингах. Сервисы и плагины – специальные инструменты для расширения функционала кросс-постинга и удобства пользователя, планирующие дату и время постов заранее и управляющие кросс-постингом во все соцсети. Рассмотрим сервисы для кросс-постинга. SMM Planner. Функциональный сайт предоставляет бесплатно при публикации до 100 постов за месяц. Содержит инструменты, поддерживает соцсети Instagram, Facebook, Twitter, VK, Одноклассники и различные мессенджеры, Telegram, Viber. Дальше. Фотхостинг, Pinterest. Неограниченное качество аккаунтов, редактор изображений и ветермарков. SMM Box предоставляет бесплатный 14-дневный подробный аккаунт. Инстаграм подключается через внешний сервис за отдельную плату. Инструменты для работы поддерживают ВК, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Тамблер, Пинтерест, Телеграм. Поиск тематического контента предлагает 16 постов для публикации. Бесплатная функция – анализ результатов работы. Bubblebox – бесплатный функционал для ведения 7 сообществ. Больше уже за плату. Поддерживает YouTube, Like It, ВК, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Пинтерест. Встроенный дизайн-редактор с шаблонами. Персональные стратегии. Pure Ninja содержит удобный редактор. Расширенный функционал не предусмотрен. Поддерживает Facebook, Twitter, Like In, Instagram, ВК, Одноклассники. Понятная аналитика, импорт с RSS. Плата в зависимости от количества используемых соцсетей. Поддерживает Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ВК, Одноклассники, Telegram, Viber, Tumblr, Google+, и анализирует, подсказывает лучшие варианты по контенту и времени публикации. Адаптирует фото под соцсети. NovaPress выгружает видео с YouTube и поддерживает Live Journal, Google+, Facebook, Twitter, ВК, Одноклассники, Pinterest, LinkedIn, Instagram. Импорт записи с сайта. Импорт видео. Кросспостинг – это инструмент для продвижения сайта.
своих ресурсов в соцсетях. Хорошо подходят для блогеров, SMM-специалистов и продвигают свой контент. Но, как и любой инструмент, его нужно применять в совокупности с другими методами продвижения для эффективного результата. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом виде у нас в блоге. Ссылка будет в описании под видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.